Our work on Seattle, we ended with a visit to the Ferris Wheel. Lilia, Dennis, and David stayed down while Timothy and I were sent for a ride on the Ferris Wheel. As always, the weather in Seattle was rainy, but that didn't hinder us to enjoy the Seattle view. And as always, it was fun with Timothy. Вернее, наоборот, поднимаемся. Я там увидел рычаг назад переделали, типа, чтобы мы поднимались. Как хорошо, что мы только три раза. Needle space. Ну, а чё мы стоим? Потому что нас остановили до завтра. Я ведь тебе говорю, что это не три раза. Я сам услышал. 60. Это 60 раз. Она так тихо сказала, что это не услышал, подумал три раза. Знаешь, нас последними посадили, последними высаживать будут. Это мне не очень нравится. Дед. А? Нет. Ой, сын! Прием? Да, управлятели карусели, можно нас еще 55 раз поднять? Не вздумайте, управлятели карусели. Да? Хорошо. Сколько? 100 раз хотите? Ну, вы серьезно? Вы хотите 100 раз нас еще? Ладно, хорошо, как знаете. А давайте 1000. Да, мы сделаем 1000. Все, пока. Они еще нас 1000 раз. Нет. Но я ему уже сказал. Я не согласен. Я ему уже сказал, они уже включили систему 1000 раз. Да, какой.